Ёб твою мать! Дурак, что ли? Всем привет! Вы на канале NBQR. И вот мы снова здесь, снова с вами. Давненько у нас не было видосиков. Там были на то свои причины, но вот мы снова здесь. И мы в новой игрушечке под названием Jurassic World Aftermatch. Jurassic, ну это мир юрского периода. Там, честно, я не смотрел ни трейлера, ничего. Ага, понятно, русского нет, это очень плохо. Тут вроде бы мы выживаем против динозавров, бегаем там, прячемся и так далее. Стреляем, не стреляем, я не знаю. Нам тут предлагают какой-то второй порт, купить его. Или что, но мы этого делать не будем. Are you sure? Are you sure? В общем, вот так вот. Я в новом креплении, которое показывал в прошлом видеообзоре. Зарядка, powerbank, то есть вот он заряжается. Тут в кармашке все отлично. То есть он на магните. И он не падает. Вот. В общем, все нормально. По удобству пока непривычно, так это мы бегаем. Это мы поворачиваем. Блин, фигово. Кто садится. Что это? Что это было? Фигня какая-то. Ладно, надо. Субтитры мы поставим. Аудио чуть потише. Потише, а то все громко. Комфорт сеттинг. Ага, ага. Ага. Так, стрейфинг. Это нам подожди. Снэп. Смауч. Ага. Вот, все отлично. Это самое главное, что нам нужно. Так, теперь мы нажимаем старт. Все. Пофиг. Опять непонятно, что будет с сюжетом. Графика. Графика как у Лизбенихт, на самом деле. То есть, вообще прям копия. Еще у нас? Можем это брать? Мы ничего не можем брать. Это херово. Ага. Hello. Сэм, это Мия. Я что-то смогла. Короче, они там здороваются, все хорошо, я там пилот, туда-сюда. Посмотрим пока на себя. Так, нам доступны только кисти. Блять, я время не поставил, это как всегда. Мое. Если просрется серия, то будет неприятно будет. Но я поставлю на 10 минут и посмотрим. Затягиваться не будем. Я хотел еще, то есть, попробовать Железного Человека. Ну, я тут думаю, попробовать или нет. Так что... Вот, мы летим куда-то на остров, видимо, где эти динозавры. Все, гоу, смотри на табло, чё? Зачем? Мне смотри? Ага, грипп. Могу взять, отлично. Камера приконнектилась, чё, лукинг. Смотри в глаза, чё? Я не успеваю переводить, давай помедленнее. Что так быстро? Мне это не интересно. Я хочу уже бегать. Я хочу уже. Ага. Как его взять? Достаточно только гриппа вот этого. Да? Кто-то. Все, взял. Ага, ого. А, то есть просто поднять. А, мы будем сейчас прыгать, прикинь. Прикинь. Подожди. Надо не запутаться, я уже знаю, где. Давай, я готов. Какие облака прикольные, смотри-ка. Ладно. Ну, в принципе, по FPS вроде бы есть, да, 60? Тын. Тын, тын, тын. О! Я не хочу туда. А, блин, я вспомнил ледниковый период этот, короче, где эти сурикаты на нем летали, блядь. Где этот? Как его звали, не помню, одноглазый. Бат. О, Бат, вот на нем летал. На них я тоже буду летать, нет? Я хочу полетать. Ох, щит! Пошел вон отсюда, блядь. Че это мой самолет? Блядь, фу. Бля, какие у тебя тут красивые внутренние органы. Ого, Марио, весь прорисован. Он просто напрыгнул на нас. Вот, открыть что-то надо.
Сейчас стрелять будем? Тут ничего нет. Бля, мне уже страшно. А у меня затылок вспотел. Но. Ушел отсюда, блин. Так, что делать? Карлос? Хио де Педро, материшься, ты не матерись. Говно будет, уже все, сразу паника, блядь. Подумаешь, самолет спустили. На воду. Плавать-то мы, надеюсь, умеем. О, Карлос. Ты где? Подожди, я уже кручусь, непонятно, где, вот. Так, тихо, что-то как-то все только успокоилось. Куда-то приземлились. Мы в этот, блядь, приземлились, скажи мне. Ну скажи мне, я тебе скажу. Мы в этом. Ёб твою мать. Дурак, что ли? Блин, он его сейчас сожрет. Ты не кряхти там, дурак, бля, заткнись. Он чувствует нас. Дурак, да ты че орешь? Он его сожрет сейчас. Тихо. Бля, он его сожрет, смотри, он орет, дурак. Он его съел. Да, Ралс, я же тебе говорил, не ори, дурак, бля. А мне что делать? А я молчал. Ну, относительно. Нет, да ты меня не видишь. Тихо, братычек. Что делать? Я могу присаживаться. Слышишь меня? Бойся меня. Мы можем под стол лазить? Вот и все, мы спрятались. Он нас не увидит, не найдет. Сейчас он уйдет, и мы вылезем. Фух, а мы будем тут стрелять? По сути, их очень много. О! Тихо. Ага. Вот мы и здесь. Мы бегать быстро не умеем, да? Блин, тут много динозавров, походу. Ё-моё, аж провисло. Ну ладно. О, вот это добрые, отвечаю, они травоядные. Они даже не страшные. Это жирафы, бля. Только динозавры. Транспорт. Но он закрыт. Слышь, он живой? Сука, живой. А нам некуда больше. Некуда, да. Наверное, сюда надо, у нас ведет. У меня... Сука. По сути, это как хоррор, считай. Ну, не хоррор, но как бы такая она. Сука. Ну что ты? Где ты, мой маленький прыщик? Я не могу ничего брать. Здесь все такое. Чисто нарисованное. Ну, кипас можешь надеть. Кипарь. Тут пока я никого не вижу. А, след. Нас сейчас на... Отвечаю, нас сейчас на фарш пустят. Раскидают как. А, бля, ключи. Бля, что-то все нарисовано. Говорю, это Лис Бенихт, бля. Только с динозаврами. Там, бля, свиньи были всякие, а тут динозавры. Вот сейчас долго уже затишье, смотри, сейчас долбанет. А вот это уже чужая изоляция начинается. Базарю. Если они будут из вентиляции прыгать, то это пипец, это конечно. Еще и в VR, блядь, я обосрусь. Блин, сделали бы чужой изоляции. Не знаю, есть мод, нет, но чужой бы изоляцию в VR мод бы сделали. Было бы вообще классно. То есть там также вот так сохраняться, там, чинить, там, делать. Да даже просто бы мод сделали, чтобы так же вот ходить, все, больше ничего не надо. Делать-то что?
Зачем я вышел сюда? А, я, может, да, доступ, типа? Я человек, да? Хорошо. О, Мия, Мия. Мия, я здесь, прием. Что-то куда-то она перепахалась. Ну, мы, наверное, так и будем с ними общаться, скорее всего. Не знаю, навряд ли будем тут кооперативом двигаться. Вот это что-то подсвечивается, значит, что-то можно открыть. Нужен пальчик. Блин, тут надо чей-то этот... палец. А где мы его найдем? Может, они его сожрали уже давно. Но мы можем ускоряться теперь. Ладно, пошли отсюда. Ого, мы можем подкаты делать. Ты понял? Ты понимаешь? Йоу. Подкат. Один, девять, шесть, семь. Один, девять, шесть, семь. Отлично. Нас ведут к проводам. Каким-то. Сейчас нажмем. Еее! Питание! Теперь сейчас сюда сбегутся все динозаврики и нас съедят. Я прав? Мап. Карта где? А, во. Это что, это я здесь, да? Кажется, это я здесь. Или нет, или нам туда надо? Ого. Камера. Давайте что дальше, блядь. Эти разговоры вот эти... О, тут компьютер заработал. Давай, давай. А. И чё? Чё за аудиофайлы? А здесь чё, заработало? Она не заработала. Типа аудиофайл нужен. Ну мы его где возьмем? Слушай, ну обратно точно. Это все очень весело, конечно, задорно. Ну нифига не понятно. О, тут открылось. Было закрыто. Угу. Транспорт. Так, мы дверь с транспортом открыли. Я помню, она была заблокирована. Тут замок. Слушай, нам нужно идти обратно к транспорту. Только зачем? Непонятно. Чеки сторрум. Да окей, иду я, иду. Бля, сейчас меня там накидает. А чё она не идет? А я не могу. Я транспорт открыл, а не могу. Может, здесь... О, натуре. Вот, это аудиофайл. Скорее всего, да? Это, скорее всего, аудиофайл. Ладно. Так, и чё мы его взяли? Подожди. Может, там нам дверь сейчас откроется? Или чё? Нам транспорт нужен. Вентиляция. А чё нам там? Чё-то... пикает. Ну, нам, по сути, надо туда. Мы открыли транспорт. Но почему отпечаток сработал? То не работал, тут сработал. Нам надо туда, наверх. Пикает, блядь. ABC, мы вообще где? Это мы, наверное. Вот, я же говорю, мы подобрали. Теперь нам надо туда. В транспорт. Во. Уже ночь. Воу. Я не понял, она нас видит? Почему она удивляется так же, как и мы? Уже ночь, блядь, опасно. Вон транспорт стал открыт, зелененьким горит.
Он опять этот динозаврик лазит. О, объект Rage. О, натуре. Во, у нас есть компас, ёпта мы. Как в этом Бонни Лаб. В Бонни Лабе как прям. Что там у нас дальше? Ё-моё. Блин, так-то стрёмно на самом деле. Ночью тут лазит такое себе, конечно. Сука, летает. Так, две двери открыты, давай в эту зайдем. Так, нам надо оружие. Подожди. Мы будем прятаться. Ну это, конечно, уже да. Это уже такое себе. Че это? А. Надо полностью прокрутить. Че это интересно? Видишь шум? Типа шум, он нас слышит, сейчас прибежит. Я думаю, это все тоже будет влиять. Ага. Ага, время истекает. Еще закроется. Смотри-ка, базарю. Да, закрылось. Или нет? А что так время истекало? Зачем? То есть, ползунок. Здесь ничего интересного. Куда идти? Вот сюда. Я уже жду, когда дверь откроется, на меня напрыгнет этот черт, блядь. И сожрет нас. Приседаем. Встаем. Сели, встали. Надо сейчас все облутать. На туре я могу здесь прятаться. Я могу везде прятаться. Рейнджер станция, рейдж. Типа, надо на станцию, да? Ого, я подкат замутил. Можно реально с разгона подкатом залетать. Капает. Реки капельки ударные прорисованы. Весьма странно, конечно, но прикольно. Слушай, ну мы ничего пока не подбираем. Слушай, надо дверь открыть. Вот так. Чтоб был момент. Я могу прятаться. Вот это что такое мигает? Ага. Что это? Блять, я что-то приманиваю. Да? Я приманил кого-то? Сейчас мне жопу надерут или что? Во. Вот, сука. О. Отстаньте от него. Или вы просто играете. Бля, они прикольные такие, милые. Почему их нельзя хватать? Сейчас их ваша мама, да, придет. Это типа как прикол с медведем. Такой, типа, вот такой маленький. А там, блядь, мамка выглазит тебе люлей дает. Угу. Отлично. Крутим. Сзади никто не прибежит. Да крутись ты. Крутим болванку. Крутим. Мутим. Давай, открывай. Ага. Окей. Надо сюда. Ну здесь ничего по сути нет. Дверь не открывается. Тут тоже не открывается. Тут нужен код. Получается сюда. Слушай, ну на самом деле уже эти хорроры переиграли. Мы маленько все-таки опыт есть. Там уже не
не одну пару хорроров, так сказать, не десятков, но пару, не одну пару, то есть мы прошли, и как бы это не совсем уж так и пугает, на самом деле, может, кого-то это еще испугает, но точно не нас. Мы же прошли, там целый этот автервал этот, потом что, 5 ночей с Фредди даже серию, 3 ночи прошли, потом что прошли? Лифт Бенихт прошли, там вообще тоже жопа так-то была вначале, я вообще обсеривался так-то знатно. Бля, лифт. Лифт, прикинь? Это серьезно. Это серьезно. На нас пока никто не нападет больше. Слушай, ну надо сохраниться так-то уже как-то, я не знаю. Депо какое-то. Слушай, нам надо сюда попасть. Хорошо. Хорошо, двери сами открываются. Ну, типа, если бы они сами не открывались, тогда бы динозавры не смогли открыть. Юси, ты видишь? Сука, что-то я поторопился. Ну ладно. Пошли. Тут уже, блядь, динозавры. Вон, чувака кепка сидит. Ага, нам сюда надо. А тут ничего не открывается все равно. Идем по навигатору. Окей, Google. Куда? Слушай, можешь прилететь. Ага. Вот и спрятались. Ой, бля. Я молчу. В натуре рот закрывает. Их там несколько. Сука, он чувствует меня. Но он не такой на самом деле. Смотри, он прям прилипает, видишь, он будто реально рот закрывает. Ля, крушить. Да? Блин, ну так-то прикольно. Маленечко так-то это. Очко жим-жим, но не полностью как бы. Все-таки не первый хоррор, типа. Ну это не хоррор. Но очко жим-жим. Что будет, если дверь открыть? У-у-у. Сука, она сожрет. Я вообще... Как перышко, бля. Как фанера над Парижем. Ага. Очко жим-жим, братан. Да, он так прикольно ходит. Опа. Ага, ага. Че, говно свое унюхал, блядь? Нищеброд. Мне нужен ствол. Бля, надеюсь, второго не будет. Давай, проваливай. Нам куда надо? Туда надо. Нам надо вентиляцию. Сука, они бегают по вентиляции, базарь. Почему она не на русском? Ну почему они такие вообще гадюки, блядь, злодеи? Когда игры нормально на русском будут? Реально английский учить, блядь, падлу. Я так скажу. То есть ты понимаешь, там примерно что-то взять, принести, ну все равно сути всей ты ее не понимаешь. Че она там говорит? Тут я не иду. Даже, блядь, субтитры, я даже русские субтитры, ты не успеваешь прочитать английский, еще перевести их даже. Это тяжело будет, и ты всю игру не поймешь. Как бы, ну блин, все равно народу много русских. Много кто играет, много кто хочет. Ага. Что-то серия затягивается, надо тоже это заканчивать, наверное, уже время. Да? Он где-то здесь. Что здесь, ствол будет? Пусто? Пусто?
Ну вот еще один. Ой, нифига, отваляется, чуть не упустил. Только один хер пусто. Что это такое? Это как кассета какая. На туре? Прикол. А. Ну мы взяли голосовое. Ага. Еще раз. Нет, я не видел реально. Я реально не увидел. Давай. Тын-тын-тын-тын. А это у нас где такое было? Что-то я уже не помню. Машина. Что, здесь тоже сейчас отгадывать? Бля, прикинь. Просрал. Отлично. Ты что, дурак, бля? Больной ублюдок. То есть его... То есть его нельзя ничем отвлекать. Давай перелази там. Как бы уже пора. Бля, он с тебя. Вот смотри, вот что надо сделать? По сути. Фига, то есть он вот так вот пока будет смотреть. И чё он, блядь, перекрыл? Ага. Он сейчас сюда повернется. О! Сука, спалил. Да как он меня спалил? В натуре. Ладно, давайте закончим на этом. Так что, блядь, сдохли. Бля, паскуда, блядь, сканул маленько. Ну ладно. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ниже ссылочка, описание на паблик ВКонтакте. Там все, VR. Все, ребятушки, всем пока.